Че творим, бро? Меня зовут Сергей Униц, и это потерянное видео Мамикса. Видео называется «Приношу друга в жертву сатане». Когда я открыл это видео, я немного испугался. Картинка была криповая и пугающая, а на фоне играла жуткая музыка. Мамикс был очень веселым. Он поздоровался со всеми своими зрителями и рассказал, что он ходит в секту сатаны, что он другой религии. И добавил, что сегодня он принесет в жертву своего друга. Нехилое такое начало. Потом он добавил, что друг не будет знать об этом. Мамикс набрал другу, что это простой челлендж с изолентой. 100 метров изоленты. В кадре появился друг. Он был очень веселым. Он еще не знал, что через несколько минут его будут приносить в жертву. Потом Мамикс сказал другу, чтобы он повторял за ним слова. Типа, это будет весело. Но когда Мамикс начал говорить, это было похоже на какое-то заклинание. И с каждым разом, когда друг это повторял, он становился темнее и усталее. Пришло время к обряду. Мамикс начал обматывать друга изолентой. На самом деле, Мамикс должен выжать из него все соки, чтобы осталась лишь маленькая корочка человека. Тогда обряд и будет выполнен. И Мамикс сможет отправить корочку человека сатане. Мамикс обматывал своего друга очень долго, но он забыл об голове. Он надел целлофановый пакет, чтобы не повредить волосы, потому что сатана очень любит волосы. Мамикс продолжал обматывать. Друг начал кричать, что ему больно, на что Мамикс просто зловесно смеялся. Он продолжал наматывать еще больше изоленты. Позже Мамикс снял, как из друга выделялся сок, и Мамикс понял, что он на правильном пути. Друг от переутомы упал. Он начал кричать, что ему очень больно, и пытался выбраться, но Мамикс лишь на фоне смеялся своим ужасным голосом. Друг высох, и Мамикс провел обряд отправления в ад. Он нарисовал огромную звезду сатаны вокруг друга и расставил свечки. Из кармана он достал странную Библию и начал читать жуткую молитву. Вокруг появился огонь, и все сгорело. Потом Мамикс переехал. На этом все, с тобой был Сергей Онис. Поставил лайк тебе тут всего-то 2 секунды, а мне очень приятно. И подпишись на мой дебильный канал. Ладно, не дебильный, шучу. И также расскажи об этом видео друзьям. И помни, это мое воображение. Я вообще обожаю Мамикса. Лапочка.